Снова здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала Научстудии. Биореактор из яблок, называется сидр. Получился очень вкусный, настаивался банально на сахаре, яблоках и обычная вода. Получился очень хороший квас, ну с небольшим хмельком, я бы так сказал. Поэтому классная штуковина получилась. Так, эта перчатка надевалась, дабы наш зверинец там не погиб. Здесь создаются анаэробные бактерии. Значит, горлышко полностью запечатывается перчаткой, которую я сейчас вам синего цвета показал. Ну и сейчас у нас уже прошла неделя, и мы вот этот квасок с небольшим количеством градуса сливаем, получив хороший натуральный яблочный сок, ну немножко перебродивший. Сейчас он продолжает бродить. Предыдущую версию мы ставили, но мы ставили до того состояния, пока бродить перестало. И сок немножечко кисловатый получился. И я первый раз сахара очень много добавил здесь. На этот бутыль 3 килограмма, 3,5 килограмма. Сейчас я положил 1,5 килограмма. И вот по вкусу, по сладости в самый раз. Больше напоминает хороший квас. Пузырьки продолжают идти. Сейчас я солью. Значит, сливается по трубочке. Мы уже попробовали сок в самый раз. И еще раз повторюсь, здесь находятся банально яблоки, вода и сахар. Все, больше здесь ничего нет. И, кстати говоря, этот напиток гораздо полезнее то, что продается в магазине. Еще один плюс всей этой картины в том, что его не нужно процеживать. Берем вот такой уголок, закидываем туда трубочку, трубочка ложится на дно. И как только вот эта вся смесь, так как вода, ну жидкость будет отсюда вытесняться, весь этот слой будет опускаться, трубочку прижмет, и абсолютно в чистом виде здесь наполнится. Ну и вообще, хороший получился биореактор из бутылки, воды, яблок и сахара. Причем очень экологически чистый. Спасибо за внимание. Кому понравился видеообзор, ставьте палец вверх. Не забывайте подписываться на канал. Вас еще ждет много-много интересного. И самое главное, не нужен фильтр, фильтровать не нужно. Банально вся вот эта консистенция медленно оседает и трубочку придавливает. И как только полностью это все упадет, через трубочку весь этот сок стечет в нашу тару, не требуя никакой дополнительной фильтрации. Пользуйтесь лайфхаком. Все элементарно и просто.
Да, я чуть было не забыл. Не знаю, по-моему, в самом начале видеоролика я говорил. Вот на эту бутылку одевается обычная медицинская перчатка. Для чего это делается? Здесь на горлышко, когда вся эта консистенция изначально устанавливается, одевается перчатка, чтобы сюда внутрь не попадал кислород, так как кислород обезвреживает анаэробных бактерий. А анаэробные бактерии очень боятся кислорода. И в итоге, если вы сюда не наденете перчатку, и туда будет попадать кислород, весь этот состав превратится в кисловатый уксус. Ну, чего бы не хотелось при изготовлении. А хотелось очень хороший сладкий напиток. А процент алкоголя по вкусу, ну, примерно 3, максимум 5%, не больше. То есть здесь получается хороший квас. Немножко слабее, чем шампанское. И, кстати говоря, очень хорошая тема. Вот этот напиток, добавить сюда лимон. Он становится гораздо вкуснее. И, кстати говоря, напомню немножко об одной вещи. Трубочка должна быть тоненькая. Вот эту трубочку я приобрел непосредственно в Ашане. Не знаю, там диаметром, наверное, 5 мм, может быть, 6 мм. Для чего должна быть тоненькая трубочка? Чтобы вот этот механизм очень медленно спускался. И вся жидкость из яблок выходила. И чтобы всякие ошметки по трубочке не засосало. Так как трубочка очень тоненькая, весь этот жмых медленно оседает, и он придавливает эту трубочку. Поэтому и не нужна фильтрация, так как жидкость идет изначально уже чистая. Ну и как можем наблюдать, жмых полностью осел на дно, и последние капли выжимает через трубочку. Это очень хороший лайфхак. То есть последние штрихи заполнения этой канистры. Ну и вот практически она сейчас наполнится и закончится жидкость в виде квасного сидра из яблок. Вот сколько у меня получилось. Также еще один момент, для чего мне нужна была вот эта пластмассовая палочка, ну, в виде уголка. С помощью нее в желобок ставится вот эта трубочка, и внутрь непосредственно пробивается через вот этот вот поверхностно плавающие яблоки, потому что пробить трубочкой эти яблоки вам не удастся, и вам понадобится вот этот пластиковый уголок. Он вот так вот сюда вставляется, трубочка, и вниз опускается через эти яблоки. Это еще один лайфхак. Пользуйтесь, на здоровье. Я с вами прощаюсь. Всем пока, до новых встреч. Канистра у меня практически сейчас заполнится. Я уже чувствую, что уже все на дне. То есть, если можно обратить внимание, вот там вот на самом-самом дне остались последние там миллилитры. Всем пока, до новых встреч!